Ребятушки, всем привет! Вы на канале Маврин, футбол-коуч Алексей, на моем канале, как говорил классик. Внимание, внимание! Всем привет! Вы на моем канале! Для вас сегодня новый формат. Натаха с микрофоном прошлась по медиалиге в формате острого репортажа. Сделала для вас эксклюзив того, что вы 100% не увидели в трансляции, в прямом эфире. Так что поддержите, пожалуйста, ее и формат. Если вам зайдет, то Натаху мы будем использовать чуточку чаще, и она обязательно выучит, кто есть кто. А сейчас это был просто полный экспромт. Она не знала никого в этой лиге и, соответственно, по сути, знакомилась и с людьми, и знакомила себя со всеми. Так что лайкос поставьте, пожалуйста, ставьте комментарий ободряющий. Вот, все. Обнял, приятного просмотра. Привет, меня зовут Наташа Романовская, это канал Васи Маврина, Маврин Коуч, блядь, я забыла, Маврин Коуч ТВ, это канал Марвин Футбол Коуч. Всем привет, меня зовут Наташа Романовская, и сегодня я приехала на Media Football Awards, и я читаю это название, потому что на подобного рода мероприятии я впервые. Даже несколько раз я не смогла назвать канал, для которого сегодня мы снимаем просто охерительный выпуск. Это канал самого крутого, самого просто обаятельного и харизматичного футболиста Васи Маврина. Но я уверена, что сегодня я смогу найти, ох, еще ни одного такого, потому что такой красотке, как я, важно познакомиться на таком мероприятии с кем-то одиноким. А вообще есть пару моментов. Мне нужна конфетка мятная, и мне нужно сменить цвет помады, потому что это было техническое задание, и я не совсем с ним справилась. Я девушка, которая носит не настоящий микрофон. Потрогайте. Нет, возьмите. А, прикольно. Мой микрофон пошел по рукам. Насколько футболисты заботятся о своем здоровье, насколько они могут помочь женщине, если вот, допустим, она обратится и скажет, а есть у вас, например, мятная конфетка. Как вы думаете, у какого количества футболистов мы сегодня смогли бы найти мятную конфету? Ну, допустим, 5, 10, 15 человек. Меньше трех. Меньше трех человек. А у вас есть конфетка мятная? К сожалению, нет. А жвачка? Тем более. Здравствуйте, как вас зовут? Норик. Норик, смотрите, какой выражительный. Расскажите, как вы давно в футболе, как вы относитесь к своим коллегам, и есть ли у вас мятная конфетка? К коллегам отношусь очень позитивно в футболе. Мне интересно, вообще нас снимают или просто это тоже? Да нет, это не настоящий микрофон. Нет, мы просто играем. Нет, конечно, оператор не настоящий. А здесь что у нас? Это очки мои. А давайте вы их примерите. Давайте. У вас зрение плохое? Нет, это для стиля. А, ну давайте, вы будете стильная, я просто красивая. Ну как? Ой, Норик? Норик, блин, спасибо. Норик, ой. Конфеты мятной нет? Блин, к сожалению, нету. Я бы вас угостил конфеткой. А вы могли бы для меня раздобыть конфетку мятную? В принципе, это, я думаю, не так сложно будет сделать. Давайте так, я вам даю задание. Вы ищете для меня мятную конфетку. Я прям ехала в такси и думала, как мне хочется мятной конфетки. Да. Ну, окей. Здрасте. Еще один бородатый мужчина. Целый день. То тюлень позвонит, то олень позвонит. Скажите, пожалуйста, много звонков вы сегодня получали? Много людей вас поздравило с победой в игре? С победой какой? Ну вы же футболист. У вас, конечно. Я тренер. Уже тренер, да. Тренер команды ФК «Деньги». Уже? Я вас поздравляю. Был когда-то футболистом, но сейчас пришлось продолжать путь в тренерской деятельности. Отлично. Ваша команда выиграла? Последнюю проиграли, к сожалению. Конфета есть мятная? Конфеты нет, к сожалению. Жвачка есть. Давайте жвачку. С собой нету, можно. Нужно будет принести. Хорошо. Привет, как дела? Как настроение? Привет, хорошо. А вы чем здесь занимаетесь? Рассказывайте. Мы операторы. Съемочная группа, да. Вы так неуверенно говорите, вы точно? Точно, 100%. Можно здесь с вами немножечко побыть рядышком?
пока вас гримируют. Меня зовут Наталья, а вас? А я Федосик. Федосик? Простите, это прозвище, наверное, такое? Не-не-не, но это полное имя. Федосик, я просто не в курсе, знаете, я как... С кем бы себя сравнить? Вот в детстве у вас была такая ситуация, когда вас учили плавать, и вот вас взяли родители и выкинули в воду, и говорят, плыви. Если бы у меня была такая ситуация, то я бы вряд ли здесь сидел, потому что... Так что нет, такой ситуации не было. Но я не понял все равно, с кем вас сравнить. С человеком, которого сказали, ну-ка, иди сюда, бери у всех интервью, хотя вы никогда этого не делали? Я прям с вами рядом волноваться начинаю, не знаю, как это расценивать. То ли вы мне настолько импонируете, то ли я действительно почему-то вас внутренне боюсь. Такой строгий дядя. А вы как вы себя чувствуете рядом вот с Блин, вот я забыла. О, все, косяки пошли. Федосик? Федосик, конечно. Ну, это вообще просто, это, ну, восхитительное имя. Федосик. Все, я запомнила. Мне тут сорока на хвосте принесла, что... Вы и ведущий, и футболист. Ну, футболистом меня вряд ли можно назвать, ведущим тоже не уверен, но что-то где-то по чуть-чуть пытаюсь, да, это правда. Ну, во всяком случае, сегодня вроде как с Серегой мы вместе ведем всю эту штуку, а до этого я в этом турнире играл, выходил на поле и пинал мяч. Получается, Наталья, вы частично правы. Наталья. Ну нет, это я показываю, что я-то ваше имя не забыл. А может, как-то нежно я буду вас называть? Нежно будет, наверное, Федор. А, давай. Я думала, там зайчик, котик, малыш. Ну, не, я не похожа вроде на животное. Ну, это как бы вроде как шутка была, и вы опять, вы не даете, вот я вам бросаю мячики, бросаю, а вы их вот не хотите принимать, вот так сидеть. Не хочу ловить их, да? Да, отбивать не хотите. Вы не хотите их ловить, и вы не хотите их отбивать. И получается, знаете, я кинул, он такой раз и упал, я кинул, он раз и упал. Ну, поэтому я и не номинирован на лучшего вратаря в этой церемонии награждения. Видимо, вот так. Так вот. Вы еще и вратарь. Как, представляете, получилось. Мячики не ловите. Прям ирония судьбы. Или продолжение сейчас будет. Или с легким паром. Чемпионат мира по футболу – это главное событие для всего мира. Во время Мундиаля БК «Лион» проводит грандиозную премию «Лион Катар 22» с общим призовым фондом 5 миллионов рублей, а главный приз – поездка на двоих в Бразилию. Ты можешь получить свою уникальную премию в одной из номинаций. БК «Лион» настолько любит своих игроков, что подготовили номинацию абсолютно для всех. 50 призовых мест, шанс есть у каждого. Поддержи канал, регистрируйся с промокодом MAVRIN, переходи по ссылке в закрепленном комментарии и забирай фрибет до 25 тысяч рублей. Вы все знаете сами, ссылка в закрепленном комментарии. Привет. Да мне кажется, любой замкнется после того, когда его за попу ущипнули. У меня есть оператор, который знает все про всех. Это футболист. Боже, я какого-то футболиста ущипнула за попу. И мы, кстати, про конфетку забыли спросить. Сейчас попробуем. Простите, пожалуйста. Я пока занят. Вы заняты? Да, хочу поделиться. А чем вы заняты? Отвечаю сообщение. А я видела, вы историю выкладывали, да? Нет. А что вы делали? Отвечал на сообщение в инсте. У вас очень симпатичные очки. Я обратила внимание, что сегодня много людей в очках. Thank you very much. Don't mention it. Он как стиль. А кто? Ну, он стиль. В черных очках. С оранжевым верхом? Ну да, в черных очках. А кто это? Это этот, он помогает под танцовки. Есть мятные конфеты? Со мной, что ли, сейчас? Да, есть мятные конфеты. У кого? У тебя. В машине. Принесешь? Нет, конечно. Ну, наконец-то, пришел! Мы так звали, так звали! Ну, я не знаю. Так, давайте, я смотрите. Узнаем, может, Андрей, ну, хватит что, говорить, подождите. Заболтала, вот поговорите. Ну, помолчи. Знаю, здравствуйте. Меня зовут Наташа, а вас, как я поняла, зовут Бурдак. Бурдак? Да? А меня можно как угодно. Так он звал так, представляете, какой? Там без буквы «Р», Будак. А, Будак, а мне Бурдак послышалось. Смотрите. Мне все равно, меня лишь бы в жопу не посылали, а так можно хоть как угодно. Спасибо большое, что сразу обозначили свои личные границы. То есть можно все, кроме посылания в задницу. Да. Что пьем?
Я скажу, розово-игристая. Мое любимое. А где? А вот там. Где? Вот. Ага. Скажите, пожалуйста, где тут наливают? Думаю, уже под всеми лестницами обходили. Это единственный человек, кого я буду обнимать на этом вечере. Президент самой замечательной команды Амкау. Вот это поворот! Классная штука, ребята! Шикарно! Классно, что ведущий. Когда она все-таки узнает, что я не президент, как она расстроится, скажет, я ему еще предлагала бокал принести, блин, а он какой-то там не президент. Стойте здесь, никуда не уходите. Ты что, реально не президент? Блядь, ты мог хотя бы подмигнуть? Ты что делаешь? Это кто? Это вот это он? Они тебя... Вот это Амкау, блядь. Анна Герман. Отцвели уж давно хризантемы в саду, а любовь все живет в моем сердце больном. Знаете, вот я с самого начала думала, кому я буду петь в этот микрофон. Конечно же, президент Амкал. Вы точно президент Амкал? Я, да, Александр Стиль. А, реально? Да. А, это он. Блин, мы перепутали в прошлый раз. Лёва, иди. Лёва, уйди. Лёва, не надо. Начинай. Недавно Сослан Гатагов также сказал ему, Лёва, не надо. Лёва, не надо. Да. Это я же продал канал и команду. Нет, что значит я продал канал, продал команду? Ну, я понял, что не приносит удовольствия и надо продавать команду. Вот, решил продать. Теперь новый владелец Александр Стиль. Да вы же им не платите. Кому? Они всем получат. Вон, риэлтор, футболист. Так это не наша вон команда, он, вон это, он. Это им не платят. А, он с другой? Да не со... Это просто старый человек, он вообще мимо, я не знаю, ему говорят, что вратарь, не вратарь. Так. Мужчина, здравствуйте. Добрый вечер. Он завтра за Англией. А, да? вы знали, что вратарь – это король от на слова, поле? От слова в рот, ладно. Нет, удар реально только валет на поле. Что-что? Он не король на поле, он валет. А я думала, что сегодня уже шуток ниже не будет. Кому, как не президенту, да, в таком шутить? Все верно. Да нет, ну, это замечательный. Я уже знаю, не надо мне рассказывать. Всех знают? Знаешь, что это? Вратарь. Вратарь. Ой, страшно представить, что я уже про эти мятные конфеты забыла. Забыла вообще про этот флешмоб. Так, и, кстати, Норик, он это, потерялся. Девочки, вы знаете таких мальчиков, которые теряются? Потерялся. Ой, кого мы встретили? Потеряшку нашу. Норик, где мои конфеты? Я в поисках. Ты что, обманщик? Почему? Давай, попытка два. Мы, может, даже это вырежем, но мы это не вырежем. Жду тебя с конфетой. Все окей. Мятная конфета. No problem, блин. No. Мой работодатель не должен знать, что я пью на рабочем месте, потому что я не пью на рабочем месте. А рабочее, время закончилось, соответственно, можно